Да, ну вот, друзья наши, что-то мы недолго мы отошли от шопинга, попали снова в галерею Краковскую, и Наташа такую сумочку прям усмотрела, прям. Так это вот снова на... магазин Венеция, я сейчас выйду, покажу его, подождите. Это ж там, где мы купили сандалики. Вот он, Венеция. Вот уже мол просто вовсю открыт. Понедельник, уже где-то час дня. Наташа, так сколько она стоит? 199. Ну, 50 долларов. Это кожа или нет? Да, да, да. Да, это тебе прикол, это не кожа? Нет, да, кожа. Кожа за 50 долларов? Нормально. Ну, я считаю, что нормальная цена. А можешь показать еще, что внутри? Давай покажем. А то я сидела там вообще, скучала, Наташа меня позвала, не дала мне посидеть. Тут такие, кстати, удобные лавочки есть. Я вот там и сидела с детками. Но Наташа меня вырвала из этого. Смотри, вот карман. Небытие. Ну, карманчик, так. Подожди. Лезет сюда. Вот очки сюда уже не влезут. Страусиная сумочка, которая не страусиная из Кении. Смотри, ну телефон влез, телефон, да? А дальше, хорошо, открывай а сюда. Дальше? Открывай. Очки уже не влезут, да, например? Вот сюда очки влезут, хорошо, мне кажется. Хорошо, ну, давай. Это, например, вот, кошелек? Ну, а кошелек я кладу так. Денежки просто? Карточку и немножко денег я в основном в карман кладу. В принципе, кладу. Влезут. Ну, такой кошелечек. Я не знаю, оно так мне что-то нравится, но я не знаю, надо оно мне или нет. Ну, не знаю, прикольно. Мне нравится. У меня есть сумочка, только она у меня потоньше. У меня там влазит только карточка и телефон. Ты побогата? Да, я даже очки редко. Я блайзер одеваю. Так, Лёва? Ну, если за покупками можно и блайзер одеть. Прикольный такой. 279. Стоило 279, а сейчас где-то я увидела. Вот магазин Венеции реально распродажа. 199, блин, ну хорошая. Ну сейчас я еще посмотрю, смотри, я хочу обратить внимание. Вчера шлепки, да? О, шлепки. Похожие, да. Они все похожи. Только это Венеция, это Испания. Это, помню, это Турция с чем-то был микс, да? Ну, типа пишут Made in Italy, но это, по-моему, Турция. Италия. По-моему, Турция мы в прошлом году брали. Вчера точно такие же были. Вот это вот с белым, я не знаю, мы сняли или нет. Нет, белое. Я точно вот это взяла. Но вот это уже Венеция. И стоит цена нет. Такая же примерно? Ну, дофига. 269, извините, это 65 долларов, я уже потом помню. Еще были, ну, вот эти, это Hermès, они, понятно, передирают вот это вот. 239. То есть цены ну, не дешевые. Ну, цены примерно такие же, да. А вот это, я думала, это искусственное. Вот это я помню, вот точно было. Вот 259, да. И цена даже такая же. Вот, 65 смотри, долларов. Я думала, это искусственно. Помните, мы за это, за 100 дирхам мерили, да? Практически да, эти. Но это кожа, пишут, что кожа. 259, 65 долларов. На секундочку, я думала, цены дешевле. Уже последняя осталась, что ли? Ну, вон я взяла там. Ну, идем посмотрим еще на сумочки. Оно. Вот Венеция тоже прикольный магазин, но вчера же все было закрыто. Так, а где сумочка? Я не вижу. А, вот. А тоже мне так нравится, это 0% распродажа, да? Ну это да. Не то, это не может, то. Ну вот, я это вот не эту то. Хорошо взяла, но она только такая. Она маленькая. Ну да, маленькая. Ну, вот это такая очень легко открывается. Она очень и... обязывающая. Тут... Желтая нет, это легко открыть и с этими, с не люблю с цепочками. Да, с такими. Там... Ну да, это лучше, слушайте. Да, я сейчас ее. А ну давай, короче, ты отойди, я тебя сниму и дам тебе пересмотреть видео. Цвет, правда, прикольный. Цвет ржачный, классный, мне нравится. Ржачный. Не, ну яркий. Позитивный. Да, вот. Позитивный, ржачный по-хорошему такой, что знаешь, ты вышел и улыбнулся. И вот тоже сумочка такая прикольная, яркая. 300, стоило 519, сейчас 300 стоит. Ну, если за 50 долларов кожа, я думаю, нормальная. Помогите Наташе кто-нибудь. А, наверное, разобралась. У меня тоже это вот с подтягиванием сумок, это... Проблема. Угу. А ну отойди чуть-чуть, шаг назад сделаешь, я тебя красиво снимала, и повернись сумочку. И лицо в кадр. Сейчас, захотела что-то обратить внимание, тоже такие распродажи какая-то была. Ну да, чтобы выйти гулять, знаешь, потому что сумка тоже большая. Страусенка оставляем, которая оказалась коробка. Ну прикольно. Сейчас я это спрячу. Угу. Ну что, девчонки, купили себе такую сумочку? Да, прикольно, кстати. Девчонки-мальчишки. Ну. Последняя уже, да, уже такая хорошая. Сейчас. Наташа за девочкой пошла. Что, сказала Шушем уже? Спросит, сказала, мне кажется, цвет только такой. Вот смотри, например, да?
давай пропустим девушку. Only green. Only green? Yes. Ah, it's last one. Yes. Okay, thank you. Вот такой. Вот классная. Они мягкая такая. Подожди, кожа вообще. Но цена тоже. 369. Ну, 369, чуть меньше $100. А смотри, какие ммне понравились. Вообще балдеть. Это еще $100 еще мы поменяли по 397, балдеж. А больше 400 с чем-то. Цвета. А почем такие тапочки, лапочки? 379. Ну, тоже где-то 90 смотри, долларов. Смотри, видишь, как растягивается. Угу, удобно. Ну, правильно, с умом сделали. А цвета, боже, какой класс. Но это не пара, это... А может, и пара? Нет, это не пара, но красиво. Да, цвета взбадривают. Я еще в зеркало себя не смотрю. Так я тебе сейчас могу дать показать видео, посмотришь. Даша так беспечно сумочку кинула. Это не Эмираты. Будем потом искать документы с деньгами. Я думаю, тебе прикольно. Ну что, ставим лайки, пишем комменты, что вы думаете. Ну, еще бы, вот скажи, ну сделайте тут еще, ну я не знаю, ну маленький, для проездного, для ключей. Ну, я думаю, что маленький, во-первых, открывается и легко уберется. Ничего подобного. А во-вторых, у тебя есть карманчики в джинсах. Я в карманчиках часто очень. Правда, честно, скажу вам, деньги потеют, когда в кармане ходишь в джинсах. Я потом вынимаю деньги мокрые, реально. Я и потные деньги возьму, ничего. Нет, понятное дело. Мне вот эти понравились, кстати. Носить? Боже, они как железные мне какие-то. Они не железные. Нет, это кожа тоже. 229 кожа? Да, еще покажу. Боже, мне как бронза или железо. Мне нравятся вот такие... веселенькие за 289. Ну, как под джинсики, да? И оранжевый цвет, и джинсовый, и белый. А здесь просто вот мне так нравится, джинсовый. Что тут такие яркие цвета, моя сумка. Да, Наташа говорит, моя сумка, смотри. Да, я уже давно за ней смотрю, уж поняла, что может быть проблема. 439, правда, а это 350. Вот такие, интересные. Ну, тут, вот, как Наташа сегодня сказала, мол, галерея Клаковская, очень современная и классная. Мне нравится так. Дайте я свою сумку еще кину. Сейчас, извините. Я с Вайкики здесь. Свою сумку Вайкики кинула. Там просто кофточка и телефончик. Смотрите, как магазин себя ярко обозначает. Венеция, да? И Венеция. И контактные продавцы такие приятные. Снимать можно, никто не орет. А то в Эмиратах задолбывали, честно. Не снимайте, выключайте. У Наташи всю сумку определяется. Курточка? Ну, посмотрю, как бы. Ну, у меня есть чем ходить. Я по футболочкам больше и по блазерам. Ни почем такая курточка? 199. Ну, $50. Неплохая. А куда она мне? Я не тебе. А. Думаю, ты предлагаешь. Уже, Оля, посмотри, там что-то я поснимаю. Ну, понятное дело. Вот такая Наташа. О, это для тебя точно. Яркая такая, тебе под сумочку. 169, прикольная. У меня, слава богу, благодаря бренд Флэш и куртке, и все есть. Слышу, Наташа уже сумочкой сроднилась, ей нравится последняя сумочка. Надо брать. Смотри, вот я провисила. Это не застегнула здесь, все правильно, да? Да, это я целую. А у тебя, кстати, здесь телефон, ты положила и кошелек. Уже а уже вытащила. Я хочу сказать, что я в босоножках, вот те, которые в прошлом году, да, я их ставила в Киеве, но они мне натерли аж чуть-чуть, вообще даже не думала об этом. И, ну, да, в принципе, в Эмиратах тех песке, в молах ходить они такие негде. Удобные были, вообще класс. Ну, то есть я с нетерпением жду, когда приеду еще раз их надену. Ну, я надеюсь, хочу. Доедем скоро. Все, я хочу. Сумочку берем. Ну, класс. Такой мягкий. Ой, магазин приятный, классный. Ну, надеемся, сейчас что-то еще купим. Ну, вот уже купили. Наташа довольная. Оказывается, то, что лежало в сумке, это и есть шопер, куда саму сумку заворачивают. Удобно, да? Классно. Между вот такой прочим, себе прям... В той Days магазин, который японский, но делают китайцы, раньше были такие шоперы разноцветные, классные, а сейчас они перестали производить. И нигде их не купить, на Алиэкспрессе тоже. Показываю. Оп. И чеки там, да, еще? Плюс удобно. Еще спрашивали, вам пакет нужен, зачем? Такой шопер есть. Ну, плюс ну, да, в мой кулечек Вайкики положил. Поэтому... Ну, поздравляю, классная кожаная зеленая сумка. Ну, а тут еще тоже есть Венеция, так что вообще... Действительно, очень классная. Все. Так что, все. Мы можем быть этими. Поздравляем Наташу. Как это, который рекламирует постоянно Венеции? Хедлайнеры. Хейтлайнеры, это слово хейт. Хэд, головы, да? Ну все, народ, ставьте лайки, пишите комменты. Надеюсь, видео вам понравилось. Наташа довольна. Снова шопинг в галерее Краковской от нас никуда не ушел. Вот так вот. Вот и пролетели 5 часов.